Хотят больше денег. В муниципальном совете Кишинева выдвинули предложение повысить оплату народным избранникам за присутствие на заседаниях. Сейчас им полагается 2000 за каждое завершенное, а поправкой предусмотрена такая сумма за любое. При этом неизвестно, кто автор проекта. Мэр Иван Чибан заявил, что это Андрей Настасе, а тот отверг обвинение. Să vă majoreze indemnizațiile? Eu am insistat. Domnule, este un mincinos. În această ședință a spus cel puțin 20 de minciuni. Afirm acum cu toată sinceritatea. Vă rog, pe nu voi accepta niciun fel de majorare a indemnizațiilor voastre, că sunteți niște leniși care nu vă faceți datoria. La dumneavoastră mă refer. В итоге проект сняли с повестки. Кишиневцы в один голос говорят, что это единственный приемлемый исход событий. Этот черт требует спрямяска. Почему они должны получать деньги за то, что заседают в совете? Им должны начислять зарплату так же, как и обычному работнику. У них, кроме этих заседаний, есть работа, где они и зарабатывают. Категорически нет. Я считаю, что их зарплата и так не соответствует работе, которую они выполняют. Почему они должны получать столько денег? Мы, пенсионеры, получаем 1600 лиев в месяц. Они хотят получать 2000 за одно заседание. Каждому по 2000 за заседание? Вы что, что за цены такие? Хорошо, хоть не долларов. Я буду ходить туда каждый день по 10 раз. При том, что сейчас муниципальным советникам выплачивают по 2000 лев за каждое завершенное заседание, ежемесячная сумма не должна превышать 6000.